когда он поднимался на ближайшие сопки, ему все казалось красивым. Может быть, он заставлял себя так думать. Хорошо, что молодые матросы пока не видят этих пейзажей. Интересно, о чем он думает. Наверное, не любят они службу. Какой я глупый. Можно ли любить принуждение? Командир перелистывает страницы своего дневника и вдруг принимает решение, что он больше никогда ни одной строчки в эту тетрадь не запишет.